Любая привычка, если она сформировалась, она может расформироваться. Я приведу вам простое доказательство. Все вы в школе учили какой-нибудь иностранный язык. И выучили кучу слов, у вас были такие привычки. London is the capital of Great Britain. Great Britain is the king in the northeastern coast of Europe. Я вообще сейчас не понимаю, что я говорю. Я произношу набор слов, это привычно. Вот. Но их он был долгий. Вот. А все, что я смог вынуть, это кусочки. Все остальное торжественно, так сказать, разметало время, вот, и ничего от этого не осталось. То есть привычки, которые мы в какой-то момент формируем, можно переформировать.